Один человек погиб, больше 80 попали в больницы из-за задымления в метро Вашингтона. Двое жителей американской столицы находятся в критическом состоянии. ЧП произошло в час пик на одной из самых загруженных станций Ланфан Плаза. Сильное задымление возникло в туннеле. Задыхаться стали и пассажиры поездов, и люди, стоявшие на платформах. Из подземки в срочном порядке эвакуированы сотни человек. Причины произошедшего пока не установлены.